Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Хуан де Фландес. Портрет девушки около 1505 года. Дерево масла 32×22. Хуан де Фландес, испанский живописец, один из крупнейших представителей Возрождения, родом из Нидерландов. Его творчество можно отнести к так называемой испано-фламандской школе живописи Кастилии, страны, в которой в тот момент в художественном отношении преобладало нидерландское влияние. Ощущается влияние Ян ван Эйка, Гуго ван дер Гуса и Михеля Зиттела. В произведениях отразились типичные черты нидерландской портретной живописи 15 века, внимание к человеческой личности, ее духовной и психологической глубине, передаваемая с неповторимой пластичностью и выразительностью. Считается, что Фландес написал несколько портретов представителей правящей испанской династии. Кисти мастера принадлежит этот прелестный погрудный портрет юной испанской принцессы, возможно, Каталины Арагонской, не раскрывшийся бутон розы руки девушки, эмблема Тюдоров. Символизирует ее чистоту. По всей вероятности, портрет написан в преддверии ее помолвки с Артуром, принцем Уэльским. Вот такое описание нашел в интернете. Хуан де Фландес. Портрет девушки. Пока-пока. До свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».